Сегодня Всемирная организация здравоохранения официально заявила, что это глобальная пандемия. Мы работаем в тесном контакте с нашими союзниками. Федеральное правительство и приватный сектор как никогда сильны, чтобы защитить американский народ. После консультаций с нашими лучшими медиками-профессионалами я решил предпринять несколько жестких, но необходимых действий для защиты здоровья и благополучия всех американцев. Чтобы предотвратить новые случаи заражения в нашей стране, мы запретим все путешествия из Европы в США на протяжении следующих 30 дней. Новые правила вступают в силу с полуночи в пятницу. Эти ограничения будут регулироваться в зависимости от изменения условий. Будут исключения для американцев, которые пройдут необходимые тесты. Эти меры будут применены не только к торговым и грузовым перевозкам, но и ко множеству других вещей. Это абсолютно все, что едет из Европы в США. Однако эти ограничения не касаются Великобритании. Одновременно мы наблюдаем за ситуацией в Китае и Южной Корее, и с улучшением их ситуациями пересмотрим меры и ограничения, которые сейчас есть, для возможной их ранней отмены.